контейнер горохина готова прыгать на руки. Я говорю, есть буду, дай что-нибудь. Давай сначала какахи твои поубираем немножко. Ты умница, в один угол ходила. Вообще молодец. А потом уже будем кушать. Давай? Или ты пальцы мои будешь? Ну-ка, давай сделаем вид, что я тебе что-нибудь даю. О, это где? А чё? Ой, какая у тебя стрелочка подведена. Гляньте, какие глазки. Разрез какой. Супер. Вообще. Залипать на облифару можно долго. Что-то, говорит, меня хозяйка обманывает. Там нет ничего. Какой-то невидимый таракан. Вот да, это что, ты не ешь невидимых тараканов, да? Нет, не ешь такое. Ладно, сейчас почистим, будем нормальных есть, не проблема. Вот такой у нас толстый хвостик. Да. Ну, мы сейчас еще его наедим. Угу, хрустиками последними, очень маленькими, но вкусными. Скажи, все равно вкусно, хоть и маленькие. Вот, ждет красотка. Бери. Вот так вот. Скажи, тоже уговаривать не надо. Что ты ведь такую мелочь даешь? Интересно смотреть, как она наблюдает, пока я их припудриваю там. Ой, боже, упадешь сейчас. Давай нормально держи. О, умничка. Вкусненько. Сидит такая. И тачу. Все? Вот еще, не все. Вот. Поднимай попку сюда. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай. О, бросок кобры. Ешь нормально, не выделывайся. Угу. О, молодец. Типа сама поймала, вопросов нет. Главное эффектно показаться. Гороха реально доедает последних хрустиков. Наслаждаемся вместе с ней этим моментом. Потом будем жрать других тараканов в следующее кормление. Да, это последние хрустики. Всю колонию съели. Давай, давай, бери его, бери. Это еще более-менее крупненький хотя бы попался. А там сейчас вообще будет мелочевка. Что там? Что там? Да. Вот, смотри. Вот, прям перед твоим лицом. Тут даже прицеливаться не надо особо. Давай. Бери. Бежит. Ой, промахнулась. Дятел, давай. Все, уже даже не шевелю, глянь. Он там тебе попкой дрыгает, бери. Ты сейчас свалишься. Ё-моё. На, в лицо. Что, обожрался так быстро? Они маленькие, чем тут обжираться? Да, висит вообще. Акробатический этюд. О, все, ушла в подполье. Гороха, давай, вылазь оттуда. Давай, давай, солнце, давай. Доедим их уже. И все, давай. Выходи. Последние. Давай, бери нормально. Ну, я знаю, тебе там удобно, мне неудобно. Может, сама возьмешь? Я тебя брошу, он уже не будет бегать. Вон там, возле тебя. Это ты должна давать, чего возле меня? Вон он там, вон, смотри. Вот, вот, вот. Видишь, нет? Ну, вот не вижу, он не шевелится. На нем шапка-невидимка. А так? О, это так вижу. Проверка зрения. Нормальная тема. Вот такая нямочка. Не, ну еще последние влезут в нее точно. Ну, доедим? Доедим, скажи. Что, оставлять мужикам? Та ну нафиг, хай Марти другой ест. Девушкам, скажи, уступать надо. Угу. Даже если у девушек накладные усы. Все окей. Ну-ка. Тут еще к тебе вкусняшка пришла. Да такая же, хрустик, бери. Во. Молодец. Да, если бы не знали, что это последний, расстроились бы, наверное. Это уже совсем такое, ни о чем. Давай, доедим. Там еще два таких же мелких. Давай, доедай. А то Марти отдам. Он и такому обрадуется. О,
Нормально зашел. Ну-ка, глянь, еще. Вот. Вот. Там тень. Вот таракан. Вот, видишь? Вот, да. Вот, вот, вот. Бери. О. Все, не лезет, что ли? Сейчас Марти заберет, придет. Он такой. Ему сирот положишь, он сразу заберет. О. Это нет, лучше сама доем. Нефиг. И все, реально последний хрустик. Завершаем эпопею хрустиков. Теперь раньше весны я их нигде купить не смогу. Так что будем кушать другие сорта тараканов. Тоже вкусных. Ну-ка, бери. Последний. Давай. Во. Все, вкусняшка. Самая последняя. Доели целую колонию. Сейчас будем Марти радовать. Еще раз фигуру покажем, хвостиком похвастаемся. И фигура так ничего, и хвостик тоже. О, такая девчонка. Красивая. Обалденная. Спокойная. И дети у нее такие же.